Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Это устройство Realme Q2. Сейчас я покажу вам, как сделать управление жестами на этом телефоне, чтобы можно было управлять жестами, а не кнопками. Итак, вначале спускаемся немножечко вниз и выбираем пункт «Удобные инструменты». Нажимаем кнопку навигации и выбираем двусторонние жесты смахивания. Все, теперь если вы смахиваете слева направо, либо же справа налево, это возвращает вас назад. Поднятие и удерживание, он поможет вам открыть недавнее приложение. Просто поднятие, давайте зайдем куда-то, просто поднятие без удерживания, оно будет закрывать приложение. Да, то есть вот таким вот образом. Что ж, вот и все. Спасибо большое за просмотр этого видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До скорых встреч!